Времечко сейчас тяжелое, но веселое. Хорошо так мне тут припомнилось процитировать отрывок из Максимилиана Волошина, его стихотворения «Потомкам во времена террора». Всего читать не буду, но вот этот кусок очень симптоматичный. Мы вышли в путь закатной славе века, последний час всемирной тишины, когда слова о зверствах и о войнах казались всем неповторимой сказкой. Но мрак и брань, и мор, и трус, и глад застигли нас посередине дороги. Развёздились хляби душ и недра жизни, и нас слезнул ночной водоворот. Стал человек один другому дьявол, кровь, спайка и душ, борьба за жизнь, законом и долгом месть. Все страшно плохо, говорит поэт, однако что-то есть, что дает надежду. Все-таки продолжим. Но мы не покорились. Ослушники законов естества, в себе самих укрыли наше солнце, на дне темниц мы выносили силу неодолимой любви, и в пытках мы выучились верить и молиться. За палачей мы поняли, что каждый есть пленный ангел в дьявольской личине, в огне застенков выплавили радость о преосуществлении человека. И никогда не грезили прекраснее пламени его последних судеб. Далекие потомки наши, знайте, что если вы живете во Вселенной, где каждая частица вещества с другою слита жертвенной любовью и человечеством, преодолен закон необходимости и смерти, то в этом мире есть и наша доля. Написано 21 мая 1921 года в Симферополе. Но я не окончил свои, так сказать, откровения в кавычках. Кое-то то, что сейчас я слушаю Василия Сталина. Как можно к одному человеку относиться, ну, к примеру, этот же Василий Сталин, в течение
плывут как торпеды. Сегодня хоть и пасмурно, и чуть-чуть крапило срано, но прекрасный теплый день. Мне очень даже жарко в этой куртке, но так как я далеко от дома, я могу переодеться, естественно. Вот мы. Так важно уметь освобождаться в мыслях от всякой там истории, политики, проблемах бытовых и прочих. И просто видеть то, что видишь перед собой. Ну, что ж, учитывая, что эти ставы мы прошли, пойдем тут